Ребят, всем привет! Сегодня приехали, я видите, в спортивной форме. Сегодня приехали в Сан-Кугат. И вот хочу небольшую обзорку снять. Это большой спортивный комплекс, где проходят соревнования, тренировки у детей. В том числе и спа есть тут направление, и тренажерные залы, и бассейн даже есть. Просто вот такой небольшой обзорчик показать, как проходят соревнования. Сегодня у нас 20 ноября, суббота, и по выходным у детей, тех, кто тренируется на футболе, там, на хоккее с мячом и так далее, проходят соревнования постоянно. В субботу и воскресенье проходят игры между командами. Мы тренируемся, мой сын тренируется в команде футбольной Мата Депера, и вот у них сегодня выездная игра именно в Сан-Кугат, с другой командой они играют. Ну вот сейчас немножко вам покажу, как это все выглядит. Итак, вот сейчас заходим мы в сам комплекс. Ну, тут проход свободный. И вот покажу небольшую обзорку. Очень много родителей. Сама игра футбольного клуба проходит у нас здесь, вот на этом поле. Наши ребята с Мата Депера, они в желтых футболках. Сейчас счет 3-2. Второй период идет, мы выигрываем, это хорошо. Так, мой сын вот сейчас как раз подает мяч, сейчас покажу чуть-чуть поближе. Номер 8, сейчас одну секунду, вот номер 8 он играет. Достаточно рослый среди всех, есть дети, он и поменьше ростом. Все, пошел скидывание, пошло. Продолжаем скидывать дальше. В общем, вот так. Вот идет игра. И сейчас покажу вам вообще, как здесь вообще все это выглядит. Итак, продолжаем обзор наш. Есть еще одно поле. То есть вот на этом поле, это футбольное поле, где сейчас проходит матч. Забили гол. 4-2. Все, круто. Ну, кого-то вывели из игры, из наших кто-то лежит. А, нет, вратарь противника другой команды. Все, ребята молодцы вообще, круто. Очень хорошая погода сегодня, примерно плюс 17, мне кажется, плюс 18 погода. Солнце припекает, 20 ноября, напомню. Вот, смотрим дальше. Здесь у нас еще два поля. То есть, смотрите, вот на этом поле у нас тренируются девочки футбол. Мини-футбол, я так понимаю. Ну, тренировка по футболу, но вот просто поле маленькое. Вот. Вот, смотрите, очень-очень распространен в Испании хоккей с мячом. Очень много специальных мест для тренировок. В каждом городе практически есть поле для хоккея с мячом. И проходят тренировки, и также проходят соревнования. Вот сейчас, в данный момент, идет игра между командами. Вратари так мощно одеты у них, ну, потому что опасно, да, хоккей с мячом. Достаточно тяжелый мяч, я видел, вот тут проходили мимо. Мячи такие прям, ну, очень тяжелые, нелегкие. И вот хотел сказать, смотрите, вот эта вот штука, да, вот эта штука, это специальная поливалка, которая поливает поле. Просто летом тут настолько раскаляются все эти поля, они, понятно, искусственные, но они раскаляются очень сильно и постоянно проходит каждый там 3 часа, по-моему, полив этих полей. В общем, идем дальше. Ну, место очень красивое. Напоминаю, мы находимся в Сан-Кугате. Так вот, с такими чемоданами, я так понимаю, это, наверное, вратарь хоккея с мячом, потому что форма очень хорошая. Так, у нас игрок один выбывает, центральный защитник. Ну, не знаю, тренер помогает, вот как раз Виктор ему, наверное, все будет хорошо. Да, все нормально. Детям запрещено играть без защит на ногах, то есть у всех щитки есть, и на поле их не выпустят, если щитков нету. Но вот я вот смотрю, что у каждого футболиста щитки на ногах есть, чтобы избежать травм.
наш тренер Виктор и там тренер Давид еще. Держат оборону, молодцы, удержали мяч. Ну, пока 4-2, надеюсь, мы выиграем, должны выиграть, потому что осталось мало времени до завершения матча, угловой сейчас. Держите, пацаны. И тут же, вот смотрите, в синем спортивных костюмах уже разминаются другие команды, они тоже сейчас следующие будут играть, у них соревнования, ну, то есть дальше будет игра проходить. Все, продолжается игра, мы идем дальше. Далее, вот этот, вот смотрите, вот здесь, на втором этаже, вот это здание, вот сейчас только что на балконе, вот здесь занимались шейпинг или там танцами, девчонки занимались. Прям выходили сюда на балкон и занимались. Вот там, ну я вижу, там внутри они в зале продолжают свои занятия. То есть это суббота, очень активная в Испании по отдыху. Да, вовсю идет разминка у футболистов, которые следующие идут, но ребята уже постарше видно. Девочка. Даже девочка у них в команде. Не знаю, она играет или нет. Так, ребят, смотрите, очень красивая осень в Испании. Натуральная трава. Такие сочетания красок. Здесь есть детская площадка небольшая. Вот здесь тренажерный зал. Я так понимаю, что здесь можно купить абонемент и посещать вот весь комплекс полностью. То есть вот тут тренажеры у нас. Тренажерная. Так. Да, есть кто занимается. Далее зеленая зона. Давайте покажу. Сегодня ноябрь. Я уже в одном видео говорил, смотрите, ребят, вот еще большой теннис также здесь есть, присутствует. Вот смотрите, большой теннис, там хоккей с мячом, вон поле, сейчас покажу. Вот, хоккей с мячом занимаются занятия. То есть вот здесь большим теннисом занимаются. Далее, вот не помню точно, как называется, да, вот, где стеклянные, видите, стеклянные эти задние стенки. Тоже игра очень интересная и очень активная. Вот там целая куча таких полей, где тоже идут активно занятия. И так как я говорю, что в Испании в любое время года всегда цветут цветы, всегда вообще. Вот сегодня вот покажу вот такие цветы, я еще таких не видел. То есть в разное время года разные цветы цветут. Кто знает, что это за дерево? Это у нас вот из головы вылетело прям сразу, да? Ну, если что, напишите в комментариях. А я тоже постараюсь написать. Далее идем. Что у нас здесь? У нас здесь кубки. Так, ну тут история, наверное, команд. 56-й год. 1919 год, да, ну, историей все пропитано. 90-й год, 67-й, 49-й, уже современные команды. Юниор ФК называется. 80-й год, это как раз год моего рождения. А здесь уже вовсю играли в футбол. И, конечно, кубки, чемпионские. Так, какой год у нас здесь посмотреть? 2003. Ну, в общем, есть чем похвастаться, можно так сказать. Продолжаем дальше наше турне. Что мне нравится, в каждом спортивном комплексе есть обязательно кафе. Есть кафе. Давайте покажу, как это все выглядит. Тут зона отдыха. Девчонки отдыхают. Тут также есть
у нас барная зона. Бутерброды, коктейли, тоже все присутствует. Каминчик даже, если заметили, там где зона отдыха. Пальмочка. Еще один барчик, уличный уже. И вот так вот люди привели детей на тренировки или на занятия, могут спокойно посидеть, выпить кофе, пиво, съесть бутербродик. И вот еще одно поле. Смотрите, вот это еще одно поле. Хоккей с мячом. Это уже дети. Смотрите, как экипирован вратарь, да? Очень хорошо. Вот это такая зона спортивная. Вот, смотрите, летний бассейн, шикарно. Я сам тут в первый раз иду и наслаждаюсь, вижу, что те люди, которые живут в Сан-Кугате, здесь очень много недвижимости, элитной недвижимости, очень много русских, русскоязычного населения живет. Вот они могут спокойно записаться в этот комплекс, посещать его и получать все вот эти, все залы, все корты, все бассейны. Есть внутренний точно бассейн, я знаю. Да, вот у нас, смотрите, кафе как продолжается. Это вот это все кафе. Вот как раз она с видом на вот эти корты. Вот, смотрите, вот они, продолжение вот этих кортов. Вот люди занимаются вовсю. И также вы спокойно можете здесь летом поотдыхать, покупаться, позагорать. Ну, вот рядом Carrefour. Это хорошие, большие, крупные центры, магазины. Это все находится в Сан-Кугате, напоминаю. В общем, небольшой обзор. Вот, смотрю, 5-2, мы выигрываем. Сейчас вижу просто там табло, где идет игра нашего футбольного клуба. Вот, парень молодец. Видно, что хоккеист настоящий, хорошо держит банку на клюшке. И вот дети с такого возраста уже занимаются. Итак, у нас игра закончилась. Ребята победили. Здесь у нас родители болеют вовсю. И уже новые команды выходят для следующего матча. Вот здесь покажу вам. Это вот наши соперники. Видите, тренера утешают, дают напутствие на будущие игры, потому что вот счет у нас 2-5, мы выиграли. Но кто-то проигрывает, поэтому все хорошо. Ребят, вот еще хотел снять. Тут еще внутренний есть бассейн такой. Вот как раз зимний. Там он тоже, я вижу, вроде как и джакузи есть. Вот так вот проходит. Кто-то плывет. Хорошо плывет. Группа полосатых стельняшек. Сейчас ждем наших футболистов, героев. Вот, смотрите, в Испании люди все спокойно себя чувствуют на бетоне, на полу, вообще все хорошо. То есть все дети, все спокойно себя чувствуют. Виктор, gracias. Так, это теннисные корты. Вот этих я еще кортов не видел, поэтому вот решил чуть зайти и показать вам, что здесь тоже есть еще. И вот здесь у нас раздевалка. Пацаны там переодеваются. Сейчас должны выйти. Так, так, так. Вот видно, родители приехали, наблюдают. Скорее всего, тут будет тоже какой-то матч проходить. Вот это девчонки, хоккей с мячом у девочек. Смотрите, у девчонок у всех капы во рту, потому что зубы – это дорогое удовольствие, выбивать или терять. Вон они с капами.
Идет во всю тренировка одной команды и другой. Ну все, наши футболисты вышли. Идут как раз с раздевалки. Тренер главный и все ребята. Дамир, поздравляю. Ну что, как играли? Молодец. Надо немножко не лениться, а бегать, двигаться. Дамир, что, как игра? Нормально. Понравилось тебе? Ну, нормально. Ты отработал все, что хотел, свои? Ну, спал. Спал? Вот, да. Это точно. Ну, все, понятно. Ну, вы выиграли, да? Ну, ничего. Нормально зато. Не, ну, это круто. Поздравляю тебя. Спасибо. В общем, вот так вот. Все, ребят, надеюсь, понравился вам небольшой такой обзор. Стараюсь, как бы, снимать максимально то, что мне самому нравится, и показывать вам. Все, ребят, всем пока. Вот сегодня такое спортивное футбольное утро.